Всем привет! Как дела? Как настроение? Как выходные проводите? Ой, не поверите, у нас прям конкретная зима, вообще уходить не хочет. Интересно, как у вас с погодкой? Пишите, задавайте свои вопросы в комментариях. Ну а сейчас анекдотик. Приходит дед на избирательный участок, подходит к одному из членов комиссии и спрашивает: «Бабка-то моя расписываться приходила!» «Ой, дедушка, сейчас посмотрим!» «Да, вот, расписалась, да! А что вы, вместе не живете?» «Ой, да понимаете, бабка как 15 лет померла, а каждый год приходит и расписывается, а я ее ну никак застать не могу!» Спасибо за просмотр. Оставляйте свои комментарии. Всем пока-пока.